Я сериалы вообще не смотрю. Но я могу предположить, что в этом сериале просто затронуты такие темы, которых не было очень давно. Сериалы снимались про ментов, про бандитов, снимались про красивых людей. А тут вдруг в поле зрения попала девочка, у которой фактически, ну, мягко говоря, нет шансов попасть вот в эту жизнь бандитская, красивая, сериальная. И про нее вся история. И это получилось безумно трогательно.